Всем привет, с вами Сигарет Нет, и сейчас мы покажем вам, как заменить испаритель в Пасито и как обслужить RBA-базу в том же самом Пасито. Для того, чтобы заменить испаритель в Пасито, желательно либо допарить жидкость, либо куда-то ее слить, так как она может вытечь из дриптипа, а нам этого не нужно. Вынимаем картридж, переворачиваем его и достаем переходник. В нем установлен испаритель. Откручиваем старый, берем новый, прикручиваем к адаптеру, прокапываем его жидкостью, чтобы он не сгорел при первых затяжках, и устанавливаем в мод. Все готово. Перемотка Пасито. Для обслуживания RBA базы нам понадобится спираль, плоскогубцы, пинцет, отвертка, хлопок с ножницами и комплектный переходник, который нужно будет установить на другой мод. Прикручиваем базу и начинаем. Примеряем нашу спираль, дабы подогнуть ножки. Это действие в разы облегчит всю перемотку. Получаем из спирали своеобразную букву S. Устанавливаем в отверстие и подкручиваем болты. Зажимаем сильно. Равняем спираль. Делаем так, чтобы она не касалась корпуса и стоек базы. Прокаливаем и равняем спираль повторно. Также повторно подкручиваем болты. Ждем остывания спирали и начинаем устанавливать хлопок. Делаем фитиль примерно 3-4 см длиной. И аккуратно просовываем в спираль. Примеряем и обрезаем. Нужно сделать так, чтобы кончики хлопка были примерно до конца резьбы. Прочищаем, смачиваем и укладываем. При желании можно несколько раз нажать на кнопку Fire, чтобы избавиться от посторонних запахов и вкусов. Устанавливаем верхнюю часть. После всего устанавливаем RBA базу в адаптер и все готово. Если же вы почувствуете неприятный вкус или привкус гари, значит ваша спираль касается корпуса базы, либо вы уложили слишком много хлопка. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нет Бай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.